К самарцам за помощью обратились руководители детского дома, находящегося в Луганской Народной Республике. Они попросили прислать детям постельное белье, одежду, игрушки и лакомства. Мы скинули объявление на нашем сайте. Вы знаете, в течение буквально 3 дней мы собрали полный КАМАЗ, где у нас и игрушки, и одежда, и конфеты. В общем, все самое необходимое для наших деток. Откликнулись все и неравнодушные жители региона, и общественная палата Самарской области. Это очень грамотно сформированный заказ. Мы понимаем, насколько это важно. И внутри находятся те именно заказы, которые ребята и попросили. Это и одеяло, это и спальные принадлежности, потому что лето впереди, и, очевидно, это будет вот режим оздоровления. И, конечно, мне очень приятно, что наша нотариальная палата, Галина Юрьевна Николаева, в первую очередь ей благодарность. Конечно, торгово-промышленная палата. Не остался в стороне и бизнес. Завод бытовой химии предоставил для отправки 0,5 тонны стирального порошка, а налоговая инспекция Самарской области – запас шампуня. Виктория Шара, Игорь Казановский. События.